Риббинг. Он же анилингус, он же язык и задний проход. Одно из еще недавно табуированных понятий о сексе. А теперь его можно увидеть даже в сериалах. Поскольку это занятие не подразумевает проникновения внутрь, достаточно соблюсти базовые принципы гигиены. Теплая вода и мыло. Можно обойтись влажными салфетками. Поэтому устраивайтесь поудобнее, мои дорогие старички. Это новое рум-шоу Паши Техника. Вы узнаете, кто на самом деле пиздопол. Мы вспомним события минувших дней. И вы охуеете от нецензурного срача на съемках. И, блядь, вашу маму я ебал тоже в этом плаще. Мы собрали все самое лучшее для вас в одном выпуске, поэтому подписывайся и не пропускай свежие видео от Паши Техника Лайф. Спасибо, братан. Не, реально мозги выебали, пиздец. Ты знаешь, ты понимаешь, что? Да, я Биг Папа. Ты меня не знаешь, трогай чужой хуй, не понимаешь. Сейчас про залупу будешь писать песни. Это рекламная интеграция от нашего спонсора. Проводится с целью развития канала Паша Техник Лайф. Давайте выпьем по бокалу и еще нальем, и нашу песенку веселую споем. Давайте выпьем, выпьем, выпьем. Красное вино здоровье дарит, дарит, дарит нам оно. Давайте выпьем за удачу и успех. Сегодня выпить по бутылочке не грех. Сел на заряженку. Идем дальше. Сегодня мы трахнем в жопу. У нас там текст уже готов. Да, я Биг Папа, ты меня не знаешь. Трогай чужую хуй, не понимаешь. Ксанакс употребляешь? Вот это надо написать. Ксанакс-то употребляешь? Уебыш. Вот. Я не рэпер, нихуя. Просто чтобы, блин, а то пиздец. Я так за один тейк, блядь, мы будем тут сидеть до утра, блядь. Рубрика «Паша знает». Задача героев ответить на один и тот же вопрос максимально честно и быстро. Кто пропускает вопрос или отвечает последним в марафоне вопросов, получает метку «пиздопол». Первый раунд. Простые вопросы. Сколько лет? 40. 19. В каком возрасте был первый секс? Блять, ну что за вопросы-то, ну какие, блядь? Я не буду отвечать. Кому ты изменял, назови имя. Игорь. Я никому не изменяла. Кто такой Гитлер? Адольф. Адольф. Что именно ты крал в магазине? Ой, да дохуя, что я выносила. Курицу. Как часто били в школе? Ни разу. Нет. Покажите, сколько денег на карте. Да это долго, да остановите это, да это хуйня. Это хуёво. Личное. Да, ну его нахуй, есть у нас. Ваша любимая матершина словосочетание. Нахуй, блядь. Ебал твой рот. Сколько стоит проезд на метро? 50 рублей. Ну да, где-то в районе. Пользуетесь ли биде в туалете? У меня нету дома. А у меня есть, я не пользуюсь, просто говно будет, но это, да, лишнее уже надо. На стене говно убирать дольше. Когда обманывали людей последний раз? Вчера. Сегодня, ёпта, даже сегодня. Блядь, ну тоже где-то сегодня, наверное. Да что такого? И сколько стоит лайк? Сколько наш лайк стоит? Да бесплатно. Да, такая хуйня. За лайк не беру, за репост могу взять вот что-нибудь там. Носили когда-нибудь нестандартную одежду? Да. Окей, кто главнее в отношениях, парень или девушка?
По-всякому. А можно ли тебя купить? Не всегда. Нет. Много нужно времени, чтобы узнать ваши недостатки? Да хуя. Просто до хуя. А что главное в жизни? Хуй здоровье. Не сосать. Блять, ладно. Нам... Ну, здоровье. Да, счастье, здоровье, кстати. Какими видите себя через 5 лет? Охуенными. С бабками вообще в ахуе просто. Катаемся на лыжах. Куршавели, блядь. Первый раунд подошел к концу. Не переключайтесь. Вскоре вы узнаете, кто из блогеров получил метку «Пиздобол». Мы вам не скажем дислокацию. Она главная по улице, и она сейчас просто настучит нашему арендателю. Нельзя здесь снимать? Какие претензии к Пашку? Он такой, какой он есть. Что вы доебались за человека? Пашок охуенный. Еще слово скажете, вылезет провище вот здесь. Не покупайте никогда Гелендваген. Очень мощная, опасная машина, на которой невозможно не наваливать. Стремно на ней ездить, езжу так себе. Мне 328 штрафов. За 2 недели за эти получилось. В целом, охуительная тачка. Мы снимаем клип с Русиком и с Пашком. Все замечательно, погода отличная. Ладно, все садятся на мое место и катаются на машине, на нашей семейной, между прочим. Меня никто не спрашивает, семья, мое слово, вообще веса не имеет. Короче, не знаю. Я как какая-то подсосница, меня никто не слушает. Хочет вообще сейчас там, кепка лежит моя на заднем сиденье, отдаст кому-нибудь, я вообще не удивлюсь. Такая жизнь. Сфоткал? Второй раунд. Сложные вопросы. А какой самый неудобный вопрос, который вам когда-либо задавали? Вот предыдущий. Какая тема разговора для тебя запретная? Да никаких. Про Андрея Петрова. И Владоса Мироза. Почему? Плохие. Плохие слухи про них. Да, самое интересное предложение по работе, какие у вас были? Порнуху слить в интернет, блядь. А мне предлагали гей-порно, но я не отказался. Почему? Я же не дырявый. Но деньги были хорошие. Но у меня же ответил на этот вопрос, что меня не купишь. На каких 3 актеров хотели бы быть похожи? Никаких, мы сами. Абсолютно охуенно. Нахуй. Все нахуй актеры просто ушли. Ну ладно, тогда хламидия или трипер? Трипер. Ну хуй знает, ну трипер пусть тоже будет, чё. Навальный или Путин? Путин. Пропускаю. Сколько лет маме? 60. 36 моей. Или 38. Чё, в натуре? Ну, блядь. Мне, блядь, 36 будет. Да ну нахуй. Но она меня 18 родила. Ему 37, мне 36, ему 30, 70. Мне 19, 18 плюс. Ну, 37. Ба, заебись. Я стану твоей мамой. Всё. А почему ты на меня посмотрел? Разъебала. Я этот прикол, он на меня посмотрел. Ну, ладно, ладно, окей. Пиздоглазый. Надо говорить вечер. Если не сейчас, то когда? Ну, заблюют. Завтра. Если не сейчас, то когда? Завтра. Или все-таки сейчас. Время или деньги? Деньги. Деньги. Хорошо, блядь. Лучше слушать мозг или сердце? Мозг. Паша, уйдет. Да, да. А вот такое, ради любимого можно бросить работу? У меня нет любимого. Любимой. У меня нет работы. Ну, да, наверное, да, можно. Ну да, можно. А что люди о вас не знают? Да хуя. Пиздец, как да хуя. И никогда не узнают. 90%, даже не 90%. Люди не узнают, что мы их рот ебали, на самом деле. Потихонечку. Так, подползали к ним. Ёпта, мать. Больше всего гордитесь жизнью. С собой? Ну да. Да много чем, на самом деле. Все и не перечислишь. Кто ты? Паштегник. Сам-то. Твой любимый звук. Блядь, я почему-то я так и знала. Я тебя опередил. Сука. Ладно. Мой любимый звук, я не знаю. Трек мой. Любимый звук. Какая самая сексуальная часть вашего тела? Мизинец. Пропускаю, ну, ребят. Ну ладно, могла бы показать. Самое большое сожаление.
Что? Самое большое сожаление. Да много таких, на самом деле. А у меня одно только, что меня посадили в 2009. По итогам двух раундов метку «пиздобол» получает инстасамка. Меня зовут Влад Бумага, со мной сегодня Катя Адушкина, и мы ансамбль «Тодос» покажем вам новый русский танец. Давай. Когда меня рожали, мусора дрожали, когда район месили, за базар спросили, когда освободилось, и вот это счастье, пацанам всем фарту масти! Там едет миллионник. Блять, ну вы говорите как бы, блять, я же просил-то. Яйцо! Все. Брось, яйцо зажал. Короче, смотрите. Пару приемов. Если вас на улице подошли два узбека, они говорят, слышь, у тебя есть деньги? Ты такой, не, братан, а это твой друг, да? Слушай, старина, вот мои деньги. На нахуй! И все, два узбека. Это охуенно. Бро, смотри, три вопроса и один еще. Все, давай. Смотри, стой. Три вопроса, топ-3 русских рэпера на данный момент блядь, для тебя. Блядь, Андрей Замай, Паша Ивлев, блядь, инстасамка. Пизду лизал? Я воздержусь от ответа. До свидания. А третий вопрос, погоди, старичок, третий вопрос. Так все, это был третий. Нет, второй был. Снимаем одну сцену. А ты заебал, что ты пиздишь? Шубу одела, блядь, это как 101 долматинец, блядь, стервелла, блядь, это. А это норка? Ты из медведя? Ширпотреб. А, блядь. 7000 стоит, между прочим. Дорогие друзья, со мной плохой парень и Рива Ма, а.к.а. Мэтт XX. И, короче, Миша, копченый который. У меня обращение к стране. У меня накипело. Друзья, ну что за хуйня? Почему я не могу себе купить угля? Не могу купить себе я нихуя. Потому что денег нет. Мы на карантине. Давайте снимать. Володя Путин, сделай мне Центробанк. Все, ребят, расходимся. Сделайте вертолетные деньги населению. Я вас умоляю. Вам что, жалко? Мы что, не великая держава? Рубрика «Жили-были». Мы вспомним о временах минувших дней и поностальгируем вместе с Пашей Техником, как это было. Брови не спали. Оу. Так, 97-98 год. Вот эти вот все вот неформальные движения, рэперы, металлисты, панки, алисаманы. А можно мне, кстати, сигарету дать? Да. Алисаманы. Вот смотри. Это ты, Алисаман. Ну, я ходил, двигался, Алисаман. Короче, смотри, в 97-м вот, году... Ну, в то время вот какой вообще? Смотри, вот, 97-й год, 97-й да. год. 98-м был мундиаль во Франции. Чемпионат по футболу. Ты ходил, например, с Розой там, допустим, там, Динамо? Динамо, да. Динамо Ультрас была Роза. Но раньше, когда Ультрас, это, блювать Динамайт, короче, с этими... Ну, ты понял. Ты-то знаешь пацанов из, ну, конторы, не знаю, будем называть... Не надо. Мы из топовых контор очень много народу знаем. Я вообще в ахуе, что у нас вообще еще и в этом общее что-то. Но смысл в том, что в 97-м... Немножко брат, разные команды только, ну, как бы, они, но, они, но они дружественные. Наша команда дружественная. Те, кто за кого топил. Просто в 97-м... Я учился в школе, так. И летом уезжал в этот самый, в деревню, в Тамбовскую область. У меня деревня там. Типа, я вот там, ну, не всю, блядь, месяц я там точно тусовал. Вот. Нет, были там, всякие кипиши же там. Нет, всякие... я к тому, что смотри, вот, например, ты вот помнишь, вот ты когда едешь в метро в то время, ехал в метро, за то, что на тебе не тот балахон, например, Оникс там или какой-то там. Можно было получить поебасосине. За Розу можно было получить. За Розу нет, даже я расскажу больше. Я учился тогда в школе, вот, все, я вспомнил. Короче, вот за эти худи балахоны, на которых написано Оникс, Cypress Hill, Naughty by Nature.
Ну, да, мы Run DMC там. Тупак. Это, да, за Тупака вообще там тройной был спрос. У нас фит, короче, с одним человечком. Ну, приехали пацаны на гелике. Ну, сними, пожалуйста. Вот за, почему? Вот пацаны хотят предъявить за съемку. Я не знаю. Мужики, ну что за хуйня? Я же, блядь. Бля, вот за этот костюмчик вообще респект огромный. Не, реально, у меня, блядь, дороже вещей нету в моем гардеробе. Я просто, это просто, вот, ну ниже некуда, как бы, и вообще классика жанра, ебать того рот. Вот один, да? Да. Кстати, у тебя вот эта тема, вот эта тема, пожалуйста, засвети ее. Не, вот это. Это очень модно. Это очень модно. Ты заебал, вот модно, блядь. Плащ Чернобыля. За этот плащ вас трахнут, блядь, в Чернобыле. Или, блядь, где вы нахуй не были, в Оболонии, блядь. Вашу маму я ебал тоже в этом плаще. Но он реально топовый. Да печать. А ты мерч продаешь этот еще? Кстати, пойдемте у Марка спросим пару вопросов. У меня есть для него Марк, это концертный директор Каспийского груза. Бро. Топ-3 рэпера российских. Топ-3 рэпера. Да, на данный момент для тебя. Гуф Брут, а ты? Пизду лизал? Нет, ни разу. А у меня был момент. Блять, короче говоря, я жду ребенка, я получу 1 000 000 рублей. Владимир Владимирович, если вы люди здравые, то вы за легализацию. Если вы ебаные колхозники, то идите нахуй. Да идите нахуй. Я не против тебя, я против твоей семьи. Пизды, блядь. Слушай, надо это вырезать нахуй точно. Раз, два, три. Я ебал на Соловьёва! Эй, эй, Соловьёв, ты просто петух. Питох. Был такой прикол, что подходили пацаны на улицу. Бывает смоки, бля, вот эта вся движуха, охотный ряд, ебать. Типа, у вас такая была тема? Вайтсмоки, типа, это вот, ну, типа, там, ну, кидают, да, в центре, короче, там, гоп-стоп, ну, в плане, гэнгста, короче, гэнгста-движуха рэперская. Ну, это была единственная рэперская группировка, которая, ну, могла дать отпор. Не, были Night Soldiers еще, это, так дохуя чуваков, ну, бля, я не хочу, конечно, прямо заявлять вот так вот, но многие ушли по фанатской теме потом. То есть были трубы, кэнголы, да, вот эти, да, помнишь? Они могли совмещать, братан, спокойно. Не, там. А стали некоторые уже на другой моду перешли и стали там ебашиться. И серьезные, то есть есть люди из старых, как бы, которые в футболе, около футболе, вот. Но тогда можно было не то, что пизды получить, а просто вот, что-то нахуй на тебе. Что, Оникс, блядь? И там, что-то не назови 5 альбомов, ёпта. Да, это когда... С первую по пятую. Да, да, это когда, например, подходили рэпера и говорили там, назови... Например, не, это реально... Там, назови 5 альбомов. У меня в школе, вот, я не знаю, вот сейчас там типа видосы заливают, типа драки в школе. Блядь, что было, блядь, я был всего в 3 школах, ну что происходило, блядь, просто телефонов не было, был разъеб, ебать, полный, просто пиздили там, блядь, обсывали, там было такое, ну то, что просто не снималось, это и все, бабы драть. Последняя была у меня, родился я в Лефортово, 733-я школа первая, я до 9 класса доучился, такой хуяк. Мать говорит, ну, высшее образование нужно, а если высшее? А тогда такая мода была еще, путяга, типа, это, автослесарь, вот это, был стайл такой. И я такой думаю, да, блядь, мне вообще впадло, а меня, честно, ну, заебывало, нахуй, что-то куда-то. Если рядом с домом школа, хули я парюсь, да? Я говорю, давай, я до 11 класса буду учиться, там, в итоге, да, я поступил в институт, естественно, блядь, и пиздец. Ну, пиздец, за деньги, все, и я как бы это... Я вообще, ну, честно говорю, у меня лингвистическое образование, я вообще, я могу преподавать по диплому в школе детям точно, английский язык, французский, но, честно скажу, конечно, кому, блядь, я напугаю больше сейчас людей, ну, блядь, естественно, и вот я вот учился, блядь, когда там, да, еще нить потеряю этого разговора, блядь. Спасибо, братан. Мы с Кариной смотрели твою порнуху, я потом дрочил, Карин говорит, ты что, мудак? Мы надеемся, изменится вся ситуация в этой
ебучей стране, мать ее. Мать ее, коронавирус. Кафманита. Коронавирус, кафманита, ты шлюха. Обращение к тебе. Ты некрасиво себя ведешь. Мне бил булит Night Lavell. Ну там не то, не то. Ну там говно, да. Шума, мы к тебе обращаемся. Бро, бро, сделаем. Одену любую форму. В смысле, даже не... могу без формы, бля, главное просто хочу, чтобы, ну, надо мной поприкалывались, ну, в плане хоккея, потому что я, да, вот, вратарская тема, это пиздец, то есть, знаешь, говорил, именно, да, в хоккейный вратарь, это у меня какая-то, вот, не знаю. Ну, вот Семен Варламов, да, он, допустим, крутой, он в порядке, да, да, крутой, да, блядь, у нас вратари крутые, крутые, вообще, вообще, Россия по хоккею крутая тема. Есть такая команда Moscow Blackbirds, запомните эти MBB, она еще называется, сокращенно MBB, Moscow Blackbirds. Московские дрозды, как в переводе на, с английского на русский. Это хоккейная команда. Она может быть Филадельфией, может быть Торонто. Всем похуй. Но эта команда играет... Никто так не играет, как Moscow, блядь, Blackbirds. Moscow Blackbirds играет просто в открытую игру. И если когда-то кто-то что-то там нахуй, типа нам гол забил, мы его нахуй найдем, выебем нахуй, он извинится на камеру. Каждый пидорас, кто нам забил гол... Бросок! Василевский! Ну, кроме пацанов из Авангарда, это наши друзья. А вот кого мы не знаем в интернете, я пробиваю по IP-адресу этого пидораса. Я лично приезжаю и наказываю. Просто он извиняется на коленях. Закладывает вираж Кузнецов. Один вираж, второй, передача, бросок, гол! Вирстон заканчивает этот матч. Когда я ходил на рэп, это и пиздец, боялись люди идти к метро, потому что там, блядь, там скины. Ну? Там скины! А я такой, а я уже как бы общался, ну, как бы, пиздюк малосольный, да, вот как эти сейчас вот пиздюки. Но я общался не рэпером, но слушав там рэп, да, ну, там, типа, то, что я вот на этом концерте и все остальные, и там, народу нормально так, все боялись подойти к метро, потому что там 20 или 30 скинхедов, и там все стояли, ну, скинхеды еще те самые, которые, ну, на моде, бля, на этих самых, блядь, голубеньких джинсах, эти гриндерсы в свое время. У меня было, у самого гриндерсы были, причем не высокие, а вот эти обычные, которые, понял? Ну, у меня даже мартинсов не было. У меня был еще Шелис, по-моему, да, что-то, знаю, так, гитар, понял, да? И гетто грипп была. Вот гетто грипп — это разъеб, а как клоунские ботинки, но там стакан был, вот этот титановый, как его всегда называли, бля, отвечаю, вот с него пробивали просто, ну, стену, да, конечно, ломали, бля, там, я помню, меня выгнали из одной школы, я в туалет разбил, у меня унитаз, ебать. Сколько челюстей повылетало из этих стаканов? Да, Тубазит? Ну что, Тубазит? Нормальная песня от Матекса. Я про зелье. Зелье, вот то вот само Тубазит. Я, допустим, не знаю, что это такое. Я недавно узнал. Да и хуй с ним, братан. Что там? Да и хуй с ним. Это рекламная интеграция от нашего спонсора. Проводится с целью развития канала Паша Техник Лайф. Ну, что-то такая история, я думаю. Нормально же? В Казани у меня отменили концерт. У нас было 16+, а я курила на сцене, вот так лифчиком разматывала. Пиздец. Да, Казантип. Я подумала, что это Казантип, а это была Казань. Даш, привет. Привет, парень. Как дела? Нормально. Слушай, у меня 3 вопроса к тебе. Давай. Ты из русского рэпа кого уважаешь? Паша Техник, Олег Манекен и Руслан Усачев. Ну ладно, Руслан Крэйзи Мега Пуля. Ты кокаин любишь? Нет. ТГК, Биг Сити Лайф, Челяба, ёба, блядь. Вот с кем бы ты хотела... Фитануть? Да. В ближайшее время? Да, нет, сначала да. Из современных исполнителей. Ты Олега любишь? Ну да. А у вас есть кольца? Нет. И я могу сказать, что кольца — это все хуйня. Владимир Владимирович Путина уважаешь? Ну да. Да. Конечно. Владимир Владимирович хороший человек, и я надеюсь, что он все-таки поможет нам, метким предпринимателям, хип-хоперам, да, и... разгрести всю вот эту хуйню. Да. Ты занимаешься ставками? Нет. Нет. Малбет. Та самая, в которой самые лучшие линии, самые лучшие. Нет, нет, нет. И это все спорт хуйня.
стену я обдрачивал. Паш, тебя когда-нибудь насиловали? Домашнее насилие не в учет. У вас будет тур? Да. А я вас сейчас осажу. По-моему, до конца года у нас отсос. Да, есть такая команда Moscow Blackbirds, играет в НХЛ. Вот это тебе баскетбол нам не нужен. Это наша команда, мы играем в НХЛ вот с этим человеком. У него, кстати, коронавирус. Тут бабка пришла, говорит, сейчас вызову нахуй мусоров. А мусора все хорошие ребята. И я им желаю счастья, здоровья. Друзья мои, салют вам, любовь и совет. Не употребляйте наркотики никогда. Ни в коем случае. Мне это вообще говно. А Росгвардии отдельный привет. Я вас, пацаны, вообще всегда люблю. Когда я иду и вы меня узнаете, мне приятно. Но если вы меня не узнаете и принимаете, мне обидно. Ну что за хуйня? Мужики, разберитесь там у себя в структуре. Вы поймите, Паша, спорт жизни. Я же не ношу наркотики, вы поймите. У меня вот карманы пустые, ёпта. И болит животик. Карманы, да, и... А животик-то больной, блядь. Пожалейте, блядь, инвалиды, ёпта. Да, о! Если я залезу на крышу, то... Препродажная подготовка, гель. Опа, нихуя. Дальше слушай. Димон. Так. Топ-3 рэпера. Лил Кристал. Дождь. Ноуджи Будда. Переобраз. Пизду лизал? Ну, конечно, лизал. Ну вот и все, брат. До свидания, ёпта. Передача заканчивается на этом выпуске.